Вы все еще ноете, все плохо, экономика рушится. А вот и нет, все не так плохо. Один из украинских телеканалов. Для затравки начнем с того, что было пару недель назад. Позитивні зміни в економіці України вже найближчим часом прогнозує Плутон і цілює вплив Плутону наступний 2016 рік. Він пройде під впливом цифри 9. Та за рік карти Таро пророкують зміни на краще. Езотерики пророкують, настане зірковий час. Уже за кілька років езотерики прогнозують бум на ринку праці. 2000 євро на місяць мы имеем шанс отримати уже у 2019 році. Ну что, я надеюсь, вам стало дышать спокойнее уже, легче как-то, да? Вы уже поняли, что не все так плохо. Но если предсказывают цифры и карты Таро, это самое главное. А теперь сегодняшний анонс на том же телеканале. Уф. Каска, что стала реальностью. Ну вот, стоп, прервемся. Вот я знаю, что волшебная каска это Тымчук. Это по-любому. Как надеть каску, молоть абсолютную чушь, а потом пройти в парламент. Плащ-невидимка на озброєнні в АТО. Як українець врятував життя Вінстону Черчиллю? Плащ-невидимка. Плащ-невидимка на самом деле использовался даже некоторыми сегодняшними политиками. К примеру, в этом плаще находился в зоне АТО Семен Семенченко частенько. Ну и другие. Но есть одно уточнение. На канале соврали. Ну, неточность. Плащ-невидимка — это не украинская разработка. Плащ-невидимка — это трофейная вещь, которую отняли у российских солдат, которые массово используют эти плащи на востоке нашей страны. В общем, дали Буде, я даже не знаю, не могу себе представить, что дали Буде на этих телеканалах, которые каждый день становятся все более профессиональными.